Блин, нет идей для видео. Что же делать? Надо поискать вдохновление. Что? Что? Не написал сам Тортл? Без лишних слов. Let's go! И всем хай, с вами XDartN. И... Да, уже почитали название видео и поняли, что... Я сегодня буду оценивать третью часть, Тортл, плюсы. Я вообще не знал, что снимать. Я извиняюсь за то, что меня так долго не было на канале. И, честно, мне сейчас немного обидно, потому что некоторые действия произошли, и они будут интересны только подписчикам моего канала. Поэтому досмотрите видео до конца. В конце я расскажу. Это такая отдельная тема, но я расскажу именно в этом видео. Это не байт на просмотры. Это чисто вот, ну, вы должны это знать, подписчики моего канала. Ладно, я так затянул приветствие. Всем приятного просмотра. Начнем, конечно, мы с классики. Это крутые фоны, крутые звуковые эффекты и крутое освещение с тенями. 4 плюса. А вот серия только началась, и нас сразу же знакомят с новым персонажем. Анимация движения быстрой камеры и персонажей сделана очень качественно. И вот серия только началась, и мы уже ломаем голову, куда делся наш персонаж главный. Уже второй по счету персонаж в этой новой серии. Причем зритель думает, почему этот персонаж находится в городе, в цивилизации. Вот в данном отрезке видео мы увидели: первый плюс — хорошая подобранная музыка, второй плюс — очень хорошие эффекты, третий плюс — это неожиданный поворот с Тортлом, то, что он в другой вселенной. Четвертый плюс — это хорошо прописанная боевка. Я прям, знаете, вот кайфовал, когда смотрел это видео. То есть, как будто два реальных человека с большим опытом дерутся. Персонаж спереди выглядит очень красиво и не врывоглазно. У нас же обзор плюсов. Что же делать?
Хорошая постановка персонажей, качественная, да. По моему мнению, это лучшая сцена. И вообще-то я считал с самого начала, что зачем, скажи, Тортл, ты сделал эту долбанную форму, если было вот это вот, помните, во второй части сгустка, вот это вот магма, которая, черная фигня, которая летала. Потом я понял, Тортл развивает персонажа. Это очень круто. Вообще, почему я показывал все эти сцены? Я 100% что-то упустил. И просто наблюдая за всеми этими сценами, со всем этим идеалом, просто вот для меня это очень круто. Я добавлю 5 плюсов, просто, ну, не знаю, мне это очень нравится. Сам вид, как Тортл подает анимацию, насколько он круто персонажей сделал. Хоть Тортл, может, эту анимацию не оценивает, но она и правда очень крутая. Что я могу сказать? Дальше сюжет входит какие-то бандиты или какая-то военная группировка или, ну, государство. Мне нравится то, что нет такого, что один воин может просто всю организацию, весь мир уничтожить. То, что современные технологии тоже могут как его, ну, препятствовать боевым искусствам. В данной сцене мне нравятся две вещи. Первое, то, что один из главных персонажей в Киёши умирает. Второе, что Тортл или Тару по-настоящему свои чувства как бы выплескивается, злость, это видно. Дальше ничего такого не происходит, а двигается лишь один сюжет. Тортл понимает, что сейчас другое время, и думаю накинуть плюсиков 3. Закончить это видео будет нормальным решением. Ну а сейчас начинается та самая информация для подписчиков, о которой я говорил в начале видео. Как вы знаете, я много хотел создать вот свой короткометражный фильм по рисунку фильма 2. Я его почти создал, подготовил все спрайты, фоны, сделал большую часть анимации и уже этим летом должен был выйти. Но у меня залагал телефон, вместе с ним залагал рисунок фильма 2. Я думаю, у меня остался бэкап. И этот бэкап, когда я перестанул рисунок фильма 2, он у меня пропал. У меня нету ничего. Извиняюсь. И, наверное, не выйдет этим летом, но я продолжу работу рисунок фильма 2. Хоть мне и будет очень сложно. Спасибо, если вы меня поддержите.